Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии ноутбук от компании HP 15EC125UR. Давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Сразу же мы встречаем инструкции по настройке на разных языках. Далее мы видим аккумулятор. Шнур питания. А также блок питания. Давайте достанем наш ноутбук из пакета. Первое, что сразу же бросается в глаза, это очень приятный на ощупь рифленый пластик. Данный материал не только смотрится очень эффектно, но также обладает защитными свойствами. Такой материал не так легко поцарапать. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, а разрешение 1366 на 768 точек. Экран глянцевый. Ход кнопок клавиатуры очень мягкий, приятный на ощупь. Имеется дополнительный цифровой блок. Пластик на панели имеет точно такую же текстуру, как и на крышке ноутбука. И что очень важно, он не марки. Тачпад практически полностью скрывается в панели. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i3-5005U с тактовой частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. За картинку отвечает видеоадаптер AMD Radeon R5 M330. Давайте разберем элементы управления поподробнее. С левого торца мы видим гнездо для питания, LAN-выход, HDMI, 2 USB, а также 3,5 мм выход под гарнитуру. С правой стороны мы видим индикаторы, слот для SD-карты, еще один USB, а также DVD-ROM. Ноутбук работает на базе операционной системы Windows 10. Ноутбук HP 15EC125UR отлично подойдет для дома или работы. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши официальные страницы. Ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат. До новых встреч!